Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сейчас я начал съемку, находясь на границе Кемеровской области и Алтайского края. Мы сейчас с вами едем на родину писателя Шукшина и юмориста Михаила Евдокимова. Я думаю, что получится цикл интереснейших передач именно про кинологическую службу, именно спасатели. То есть здесь будут проходить, будет проходить аттестация собак-спасателей МЧС Сибирского федерального округа. То есть это приедут спасатели с Красноярского края, с Томской области, с Новосибирской области, с Кемеровской области. Я выражаю особую благодарность администрации Кемеровской области за то, что я тоже получил такое приглашение. Так, вперед. Как бы вот прошла первая ночь. Вчера познакомились со всеми ребятами. Ребята с Новосибирской области, здесь с Красноярского края, с Хакасии приехали. Местные ребята с Алтая. С погодой нам немного не повезло. Ну, будем надеяться, что распогодится. Как бы все будет отлично. Вот ребята уже проснулись, повели собачек на прогулку. Это у нас ребята с Новосибирской области. Ну, крупненький парнишка. Как зовут? Долли. Как? Долли, иди гуляй. Че ты? Вот поисковая собака Долли такая. Это спасатель кинологической группы с Новосибирской области, зовут Марат. Я думаю, мы попозже составим интервью. Очень хороший человек, грамотный специалист. Я думаю, нам многое расскажет.